Новый детский сад в жилом комплексе «Скандинавский» строится в срок и в соответствии с современными требованиями. В здании просторные помещения для кружков и дополнительных занятий, кухня, большая столовая и спортивный зал. Осталось совсем немного времени, и сюда придут юные жители микрорайона, для которых и строится детский сад на 240 мест. Пока же здесь полным ходом идет внутренняя отделка помещений и благоустройство территории. Большой процент готовности. Через месяц, в мае, мы приедем еще раз посмотрим, уже будет выполнено благоустройство, чистовая отделка полностью. Думаю, уже объект будет закончен и готов будет уже к сдаче. Темпы работ в еженедельном режиме контролирует администрация округа. Так же, как и в жилом комплексе «Новая Медведково». Здесь, не отклоняясь от строительного графика, возводится школа на 1735 мест. В настоящее время отлито 7600 кубических метров бетона из 10 тысяч. Соответственно, левое крыло, трехэтажное детское, уже практически готово. Начинаем работы по кровле. Правое крыло заканчивается последнее перекрытие, четырехэтажное. Работы планируем завершить к третьему кварталу 2024 года. Продолжаются строительные работы и в школе номер 6 на Новомытищинском проспекте. В новом дополнительном корпусе учебного учреждения находится просторная столовая, большой спортивный зал и переход из одного корпуса в другой. Работа здесь кипит. Строители выполняют чистовую отделку, облагораживают территорию, укладывают тротуарную плитку и возводят новую спортивную площадку. Растет все на глазах и меняется, поэтому работы еще очень много, и вот эта окончательная чистовая отделка, она наиболее такая времязатратная и трудоемкая. Возникают и вопросы у строителей, их надо быстро решать, чтобы все двигалось своим чередом. Ну и у нас вопросы к строителям. Вот все для того, чтобы это было динамично и мы успели в установленные сроки. По заявленным срокам пристройку к школе номер 6 подрядчик должен сдать к 1 сентября 2023 года. Однако в ходе встречи строители заявили, что в конце мая этот объект будет готов к эксплуатации. А это значит, что уже ко дню защиты детей новое здание откроет свои двери для школьников.